Добрый день. У меня очень хорошее настроение. Я хотел бы поделиться, и находясь в этом хорошем настроении, поделиться с вами своим ощущением, которое я испытываю, эмоциями, которые я испытываю, находясь в этой прекрасной арене. Я был в сентябре месяце на этой арене «Шайба», когда еще не было здесь ни льда, не было ни сидений, и только еле угадывались контуры той арены, которую сегодня вот мы видим. Конечно, это грандиозное, прекрасное сооружение, и мне думается, что сегодня и наш народ, и наше правительство может, и все спортсмены, и следшокеисты прежде всего, должны гордиться тем, что будут соревноваться на этой прекрасном спортивном сооружении.